всех, кто здесь застрял, мало времени. Помогите! Мне все сложнее дышать! Помогите! Дым сгущается! В жизни не видела подобного подвига! Спасибо, Человек-паук! Людям скоро нечем будет дышать! Пожарные называют вмешательство Человека-паука уместным и оцененным по достоинству. Свободным экипажем выехать на место нарушения порядка. Преступники могут быть вооружены. Это я придумал ограбить магазин спиртного! Ну, покажи, на что способен! Ты прыгал и допрыгался. Вуаля! Я даже испугался. Вдруг кто увидит, как я дерусь с такими неудачниками? Нужно спасти этого заложника немедленно. Пассажиров не брать! Ты тут смс-ки, что ли, пишешь? Теперь они уже не смогут диктовать свои условия. Покажу им, на что я способен. Отлично получается с этими картинками. Я пойду прямо в офис Джеймисона и потребую для тебя прибавки. Хотелось бы на это посмотреть, но я уже пытался. Все равно, что говорить с камнем. Вечно недовольным камнем. Человек-паук, жутко неудобно вас обременять, но на помощь! Быстрее! Долго я не выдержу! Только помни, я не лошадь. Не надо меня понукать. Иногда я мечтаю перебраться на Гавайи. Вот только там на паутине не полетаешь. Полагаю, вам сейчас неловко, так поверьте мне еще хуже. Я должен сказать, я стал настоящим поклонником.
всегда такой удивленный вид. Копы вам столько не платят, чтобы стоило сдохнуть! Бегите! Что прикрываешь нам спину, человек-паук? Ты нормальный парень! Пора встряхнуться! Ладно, ладно, ну не смешно. И почему не всегда так? Человек-паук! Неплохо, но ты еще никакой. Опыта маловато. Побить твоих дружков мне опыта хватило. Я русский, но я этим свиньям не друг. Мое имя Сергей Кревинов. Меня все называют Кревин-охотник. Я прочел записку. Ха. Только если верить Гуглу, ты из тех придурков, которые бегают в реалити-шоу голышом и едят жуков. Как ты поможешь мне? Со мной ты будешь охотником, а не сопляком, играющим в мужчину. Решишь согласиться, найдешь меня здесь. До скорой встречи. Паркер, почему ты не сделал фото пресс-конференции Финска и Осборна? Простите, мистер Джеймисон, я был в школе. Знаете, у меня есть и своя жизнь. В мое время было так. Жизнь — это работа. Еще и пресс-карта зря пропала. Отлично. Готов поспорить. Они любят тайком снимать других. Мистер Кревинов, это я, Питер Паркер, из Daily Bugle. Я вам только что звонил. Дверь была открыта. Мистер Кревинов? Прости, не хотел пугать. Я Крейвен. Извини за эффектный выход. Я просто хотел показать тебе, что я умею. Видео на Ютубе достаточно. Я видел, как вы голыми руками скручиваете амурского тигра. И ему ничего не было. Тигры в красной книге. Я убрал зверя для его же пользы и пользы местных жителей. Настоящий охотник бережет дикую природу. В ней мы обретаем покой. Что-то не вижу я здесь дикой природы. Я искал чего-то нового. Я пришел сюда охотиться на чудовищ Аскорб. Мутантов. Опаснейших гибридов человека и зверя. Я покончил с ними, но я полюбил ваш город, и он полюбил меня. Так что я остался. Только теперь вы охотитесь на людей? Нет, на бандитов. То есть использовать свою силу вас заставляет долг? Да. Обладать такой силой и не применять ее, значит ее предать. Спасибо, я думаю, читателям это будет очень интересно. Ладно, ладно. Я должен ответить, но вы не уходите, пожалуйста. Снимайте все, что хотите. Да? Нет, я сказал транквилизатор. Нет, мне автоматы не нужны. Они для тупиц, а я художник.
Отлично получилось. Хороший снимок. Все, как я хотел.